Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный будет трешачок. Есть пират на английском сервере. Куча плюх. Новая. Халява для бездоната. Ну, в принципе, неплохо, как по мне, 6к кулаков вам дарят. Плюс еще возможность выбить там, допустим, 20 осколков, либо 25 скина, либо нового героя Космо. Ну и такая даже халява слизни, я считаю, за один сам это реально круто. Так, ну рынок сегодня неплохой. Уже начали полным ходом продавать такие камни, плюс хрусталька есть неплохая тоже. Тоже здесь камни, возможно, сегодня ворожая докачаем. Посмотрим, сколько там нам камней хватит. Такс. Это у нас английский сервер. Перейдем на русский сервер. На русском сервере у нас тоже сегодня хрустальный сундук. Вот такой вот хрустальный. Ну, ни в долю не падает, правда, дешевле в два раза. И пират. Вот такой вот пират, одна сумочка Охника, карта. Вроде бы казалось, блин, ну нереально крутой пират будет. Ну, сейчас посмотрим. Так, окей. Давайте начнем сейчас с русского сервера, наверное. Сейчас я заставочку перейду на свой аккаунт здесь, на котором хоть есть самки. Так. Напоминаю, что конкурс еженеделька идет, на новый аккаунт тоже. Все зависит от вас. Так, сегодня там у нас будет опять интересная прокачка, наверное, скорее всего. Ссылочки все есть в описании, поэтому вот так вот не проснулся я еще, но решил нам записать видосик. Так, окей. Смотрим, что тут у нас есть. Спасибо, ребят, спасибо. Смотрим на русскую халяву. Мега халява, ребят. Супер, супер базар. Как обычно, улыбает русский сервер. Так, магазин скидок даже. Та ты что? Ну, ничего себе. Ну, хотя эмблемку можно хоть купить. За 2700. Угу. Кулочка. Короче. Поскольку... По 30. Пусть улыбаются, короче, они мне. 120 этих. Это смешно. Ладно. Это не столь важно. Поехали. У нас сегодня добыча пирата. Что мы тут вытащим? Понятно. Осколки. Так, смотрим награды. Ну, сейчас мы просто с вами сравним все. Тут в два раза дешевле, там в два раза дороже. Просто сравним, забьем два, три, четыре, пять. Вот, допустим, 5 раз, это чем нам 6000 потратили. Смотрим. 5 яиц, 4к кулаков. В принципе, неплохо. 4 карты смены. 1600 кгшек. Ну, там основное расходники. То есть вот так вот. Это на 6000. Самоцветов. Поехали. Посмотрим, что нас ждет на английском сервере. Так, сразу же Бигфут. 3к кулаков с одной тычки, ребята. 3к... Ой, 3к кгшек и 3к кулаков. Идем дальше. Нам надо заролить
Так, два. Три. Четыре. Что, мы за четыре собрали больше, чем... Ну ладно, четыре. Ну, считаем половину. А, у меня здесь почта забита. Итак. Верхние убираем. Что мы имеем? 7,5 кокулаков. 3 бигфута, как ни странно. А расходников, я думаю, вам и так видно, что в разы больше. Это можно сделать без доната. Давайте сейчас мы сделаем по-другому. Это надо попродавать. Давайте так, чтобы по 3 попытки. Здесь 3 попытки, а на русском сервере 6. Так, раз. Это я сравниваю, если по донату кто-то равняет 2. 3. Ребят, посмотрите, 3 сумки огника, блин, за 7-ю попытку там мы получили, да? За 10к считайте. А сколько бигфутов, я даже не знаю. Это просто жесть. 4 бигфута, ребят, за вторую попытку. 2 камня, карта, 2 сундука пятых. Просто жесть. Вот, 3К кулаков. Ну, считаем, давайте так вот. 3К кулаков. 75, это что у нас получается? 15 тысяч кляшек? Офигеть. Вот это жесть. 4 бигфута. Так, сейчас откроем карту. Ну, хотя смысл, у меня там много карт. Но 3 мешка и 5 сундуки. Это, ребят, это всего лишь за 3 попытки. Может, чего только бигфуты стоят? Ну, вот открыли, 100 камней получили. Ну, какое-то такое. И 5. Окей. Поехали обратно на русский сервер. Да просто жесть. Это при том, что это бездонатная акция. Не донатная. То есть вы можете накопить там 20-30 косамов и видите разницу, да? Какая будет прокачка вашего аккаунта здесь и там. Так, а тут мы делаем 6 попыток. Раз. Два. Три. Четыре. Мне кажется, тут и 10 попыток. Ну, 4. Даже забили. Так, да пофиг, сравниваем так. Что тут равнять даже? 1,5 кулаков, какие-то расходники. По сути, фигня, которая не особо нужна. И это у вас потратились дофигища сам. Вот что вы на это скажете? Что типа там пишут, вот русский, да, это хардкор. Ну нафиг этот трэш, блин, сделайте одну нормальную акцию для бездонов. Я считаю так. Есть акции для донатов, но сделайте. Тут же самый коллекционер, блин, раз уже в месяц идет. Короче, жесть, ребят. Еще многие пишут, что там дороже. Пишите. Такс. Что там у нас? Битва гильдии сегодня еще. Бурбон. Подстанция. Прочитал как подсос с утра. Так, окей, что там у нас за противники? 630, 640, 625. Мясокомбинат 620. Окей. О, у меня тут таланты на архе стоят. Я красавчик. Красавчик однозначно. Сейчас выставим талантики.
В общем, вот так вот, ребят, что я могу вам сказать? Разницу вы видите. Насколько пират обалденный стал на... Он и был, как бы, раньше был тоже офигенный. Но сейчас он просто мега крутой стал. На английском сервере. Больше нравится этот пиратик. Вот такие вот дела, малята. Так, все вроде пораставлял. Без ворожея буду. Ворожея для слабаков. А, так, идем еще посмотрим, где интересно на китайку. Что там на китайке делается. Ну, пират, короче, меня реально удивляет. Возможно, сегодня на десяточке поиграем. Посмотрим. Тун-тун-тун, так. Тут тоже, тут хоть что-то за один самик есть. Так, понятно. По донат. О, тут тоже акции. Поярче вот это, чем на нулистском. Собираете лазурю. Неплохо. Книжечки. Двадцать мешков огника, роза. Я офигею. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачного пирата. Всем пока.